приехала на метро, немножечко заблудилась, как всегда. Небольшое приключение со мной случилось. Я пополняла карту тройка через автомат. И у меня просто слопал мою банковскую карту, слопал автомат. Карту тройку отдал обратно, а автомат банковскую слопал. Пришлось просить кассира, чтобы мне мою карту из автомата как-то вернули. Короче, она его там разобрала на части, вот, и вернула. Я благополучно доехала до Метрополиса. Метрополис. Вот, на станции Балтийская. Сейчас мы пойдем с вами погуляем туда. Ну что, я активно гуляю по магазину. Сейчас зашла в Вайкики. Посмотрела, что там интересного. Что-то мне ничего не понравилось. Сейчас пришла в Бифри. И тоже как-то... Как-то мне в последнее время тяжело дается выбор одежды. Мне прямо буквально не нравится ничего. Совсем-совсем ничего. Поэтому, что такое себе интересненькое найти, это получается вообще целый квест. А как у вас обстоят дела с выбором гардероба? Вот жилеточки. Жилеточки снова вернулись. Здесь прям в разных цветах. Коричневый, зеленый, серый, белый, черный. Я помню раньше, ой-ой-ой, не-не-не, жилетки, это вообще просто прошлый век. И от всех жилеток я на самом деле поизбавлялась, хотя, как оказалось, сейчас они были бы у меня очень-очень кстати. Я даже не знаю вообще, что мне нужно. У меня обычно идет на таком... как сказать, зажгло, не зажгло из одежды. Если я что-то увидела, у меня прям вау, мне это хочется. Хотя это неправильный подход. По идее, нужно, конечно же, выбирать под то, что у тебя уже есть. Ну, грубо говоря, как правильно это все, как это все правильно, да? Собирать капсулы или собирать свой гардероб, чтобы все друг дружке подходило плюс-минус и не было разрозненных вещей в гардеробе. Но это как бы не моя история получается. Я все время у меня все, хотя нет, почему все? Ой, не надо себя наговаривать. Не все, конечно же, но какие-то вещи у меня не стыкуются с другими вещами, но я думаю, что ошибки у всех бывают. И просто иногда купишь что-то, а оно тебе разонравилось. Просто тупо разонравилось. И все. Я, кстати, от многих вещей буквально недавно поизбавлялась, в плане того, что я, ну, во всех, наверное, да, городах есть там какие-то группы в Телеграме или ВКонтакте, там отдам даром или куплю за, ну, продам за небольшую денежку. Ну, вот примерно я тоже там вещи. Посмотрите, какая футболочка. Если я вижу что-то серенькое, то это мое.
ну, кроме вот черепушки, серенький цвет, это мое. Вот, я, собственно говоря, там много что просто поддавала даром. У меня там были новые вещи, которые просто не пришлись ко двору. Лежали, лежали и долежали. Ну, собственно, зачем гардероб свой? Посмотрите, какая классная сумочка. 3000. Зачем свой гардероб вещами, которые ты не носишь, загружать, когда можно купить что-нибудь классненькое, что ты будешь носить и что будет приносить тебе радость и пользу и приятные эмоции. Вот мне нравится такая сумочка. Наконец-то в Resorvet я нашла то, что мне понравилось. Утащила с собой в примерочную. Я, в принципе, в поисках верхней одежды, поэтому ориентировалась на нее. Ну, хотя не только на нее. Но, в общем-то, в Resorvet мне очень сильно приглянулись две жилетки. Одна меховая, другая, ну, как бы из ткани, но тоже тепленькая. И шуба. На шубу я прямо, знаете, так облизывалась, ну, очень-очень она мне прямо к сердцу, вот, но не знаю. А вот сейчас буду мерить, я любительница меховых жилеток, хотя они уже давным-давно вышли из моды, сейчас на улицах довольно-таки редко кого встретишь в меховой жилетке, но у меня это такая, знаете, вот, нескончаемая любовь. У меня одну я изношу, вторую изношу. У меня это все идет котейкам. Вот у меня недавно меховая жилеточка, она у меня уже несколько лет была. Она мне стала мала. Ну, то ли от того, что пару килограммов прибавила, то ли от того, что после стирок села. Ну, это как бы история умалчивает. То есть я ее котейкам отдала на лежаночке. А сама себе ищу, соответственно, новенькую жилетку какую-нибудь классную. Вот. Но вот я сейчас смотрела розовую. У меня, в принципе, есть уже розовая жилетка. Поэтому две розовых, хотя они разных фасонов тоже. Ну, не знаю, посмотрю. Еще вот такую жилеточку тоже присмотрела. Она такая интересная. Но я в ней, если честно, как покемон какой-то. Поэтому, мне кажется, вот эту вот светло-зелененькую я, наверное, все-таки не очень буду рассматривать. А вот в эту шубу Мишка Тедди, или как раньше называли, да, в том году, мне прям очень-очень приглянулось. Ну и по ценам примерно вы сейчас увидите, кто сколько что стоило. В принципе, нормально. Даже есть то, что на скидочках, ну и шуба по полной цене. Ну, покемошка вообще не мое, поэтому у меня в фаворитах розовая жилетка меховая и сама шуба. И любовь просто с первого взгляда, которая у меня случилась, это вот эта сумочка.
Я ее однозначно заберу. Это даже без разговоров. Я просто взяла ее в примерочную показать вам и поподробнее просто самой ее тоже рассмотреть, пооткрывать. Ну, чтобы там не в магазине, а все-таки в примерочной спокойно. Стоила она вообще по скидочке 1000 рублей. Это просто... И я такое очень люблю. Классные вещи, да еще на скидочке. Это прямо моя любимая тема. Так что ее я точно-точно утаскиваю с собой. Ну, а по верхней одежде я еще подумаю. Может быть, найду что-нибудь другое. А если я про шубу и про жилетку буду думать пару дней, наверное, я за ними, может быть, и вернусь. В Москве у нас еще поездка не закончилась, поэтому у меня еще как минимум 1,5 недели впереди. Так что я все успею, все обсмотрю, везде полазю. Вот так. Так что 1000 рублей удовольствие. Здесь у нас какое-то мероприятие намечается. Там съемочная команда. И там съемочная команда. И много-много красивых девчонок. Это у нас Fashion Week Metropolis. Да, все красиво. У них, наверное, сейчас репетиция идет. И вот здесь будут сидеть гости. Интересно, когда это мероприятие. Девчонки проходку отрабатывают. И получают ценные указания. Там за кулисью. Раньше мне нравилось, когда я приезжала в Москву, идти и покупать что-нибудь от Sephora. Я помню, когда у меня умывалочка была, уход за телом. Мне прям очень нравилась эстетика этого бренда. Какое-то все такое интересное, где-то минималистическое, где-то яркое. В общем-то, меня прямо этот бренд манил к себе. Может быть, потому что тогда было не сильно много брендов, всяких бьюти-шных, косметических, не знаю, не знаю. Но я прям зашла, знаете, поностальгировать вот к этим полочкам. Как-то вот вспомнить вот то настроение, какое у меня было раньше, когда я выбирала что-нибудь из этого бренда.
Посмотрите, какая красота в золотом яблоке. Сейчас сюда можно приходить не только за вьючными средствами, но и за идеями для декора, для улучшения своего дома. Я просто не смогла пройти мимо вот этих безумно красивых чашек с блюдцами. Это просто какое-то вау. Ну и цена на них тоже вау, но просто посмотрите на это произведение. Они потрясающие. Мне особенно понравилось вот в таком цвете. Но там были еще другие цвета на любой вкус. Но вот эта вот форма такая, типа как будто ее слепили только что неаккуратными такими движениями. Ну, в общем-то, просто я не могла отойти от этого, от этих чашек, от этих наборов. И многие, кстати, тоже все время фотографировали. Я уже нагулялась, а сейчас пришла на кольцевую. Да? На кольцевую. Мне, короче, надо на ботанический сад с Балтийской. Все-таки я вернулась и еще... Ой, вот мой поезд. Я вернула золотое яблоко и еще кое-что прикупила. Потом расскажу. Очень-очень нужное.